Игра «Мир юрского периода». Квесты в этом плейлисте как раз посвящены персонажам и событиям игр «Парк юрского периода». Найдется немало желающих, как среди деток, так и среди более старшего поколения, которые захотят окунуться в страну травоядных и хищных доисторических созданий. Крупные, просто огромные, мелкие, летающие, бегающие, медленные и быстрые, с панцирем и длинной шеей, с рогами и когтями. Динозавры бывают разными, и все их виды, существовавшие ранее, до сих пор неизвестны человеку. Игра «Парк юрского периода» – это возможность узнать больше о прошлом нашей планеты. И если ты фильмы уже посмотрел или только собираешься это сделать, то не проходи мимо ярких и захватывающих игр «Парк юрского периода». Игра «Мир юрского периода» происходит на территории, восстановленной искусственным путем древнего мира, существовавшего много лет тому назад. Все местные жители стоили миллионы долларов своим разработчикам, и несложно догадаться, что их яйца тоже обладают приличной ценой. Как об этом пронюхали преступники, к организации которым примкнет геймер, непонятно. Но им даже удалось проникнуть на территорию парка и похитить немало количества еще не родившихся динозавров. Поначалу все происходило строго по плану, но ровно до того момента, пока родители не поняли, что их детей украли у них из-под носа. Сейчас же они несутся следом за ускользающим грузовиком, и тебе необходимо помочь водителю скрыться от опасных преследователей. Дави на газ и постарайся не стать жертвой, тогда все действия пойдут коту под хвост.